Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами едем к Дуэйну в игре GTA 4. И вот он нас ждет. Здорово, мужик, садись давай. Поедем в твой теперь стрип-клуб, который мы тебя отбили. Здорово, дружище, поехали, давай. Ты все взял, бабло взял. Подожди, надо метку поставить. Sure, but they never did the long stretch. It's strange, man. You start off worrying about all the usual shit, about some maniac trying to fuck you up the ass, about some other maniac who wants to slash your throat, about the awful food. Then that shit ceases to matter. Yeah? Yeah. You learn to cope with the environment, make the best of it. Learn to scare people away from you, get food smuggled in, you know. Sure. And after a while, you stop hurting. And that ain't the problem at all. No? Nah. Problem is, you realize it's all the same shit. In prison, outside, with a woman, on your own, with money, broke, happy, unhappy. Don't mean shit. You realize life don't mean shit, man. You teach yourself to stop caring. I know about that. But it's hard, man. I don't know how to fix that shit. I don't know how to care no more. Damn, listen to me. I'm pathetic. Ну что поделать-то, жизнь, да, такая. Не хочется, конечно, признавать это, не хочется об этом думать, не хочется вообще даже принимать то, что она может быть такой. Да ладно, не ссы, чувак. Он аж сквозь кресло провалился. Ты так не пугайся, расслабься. Нормально, Брюсе нравится, когда я его так катаю. Тоже стрик-клуб, только тебе, я думаю, что в морду с дробовика я стрелять не буду. Ёлки-палки. Ну, в прошлый раз нормально мы с Брюси сгоняли в стрип-клуб. Николаш от два танца заказал, все нормально. Белую девку, шоколадную девку. Все как положено. А Брюси только слюни попускал, как всегда, и все. А потом рассказывал, как он книжку пишет. Или он перед этим рассказывал, как он книжку пишет. Я с левой полосы направо поворачиваю, свали. Все. Давай, погнали. Глянь, и тут на кабриолетах, и там на кабриолетах. Они сплошные кабриолеты. Во, я вижу. Да ладно, не ссы, ты вроде взрослый мужик, а ссы вообще, блин, всего боится. Сыкунишка. Man, after years inside, I can't get enough pussy. Come on. Чего ты мне это рассказывать будешь, что еще делать? Опа, он в наушниках по телефону разговаривает. Это смотри, что творит, вообще чудной. Да что за баганый клуб-то такой, а? Заходи давай, чудила. Да ептить, ну что ты? Залазь, я говорю. Залазь, я тебе говорю, понял? Что ты такой неуклюжий-то, а? Как кусок говна развалился. Да залазь ты туда уже, ну. Во. Ё-моё, что происходит, а? Чувак, залазь туда. Бля, зачем я его вытолкнул? Да что ты хоть, блядь, тут... Ошиваешься, залазь, я говорю. Не держись за угол. Отпусти угол. Пусти, говорю. Да что хоть за дерьмо? Ты залез. Криворукий мудак, блин. Лучше Петь тебя убил. Наконец-то его кое-как затолкал сюда. Все, идешь-то хоть, нет? Или будешь там наяривать стоять? Чудило. Ну давай сходим разочек. Давай, давай. Потом найдем мы своего приятеля. Что, может, еще и ты пойдешь? Нет, не хочет она.
Что у тебя там голден, блин, прекрати своими голденами. Голден лут? Золотой лут? Нормально. Курица, ты идешь, нет? Ты что, тупая, что ли? Я ж уже сказал, что пойдем. О, боже мой. Вообще ужас какой-то, а? Ты говоришь, пойдем. Она тупит на... Да иди ты сюда, курица. Что ты хоть совсем, что ли, с ума сошла? Давай с тобой пойдем, она тупая. Давай с тобой пойдем. Ну поговори со мной, а. Я смотрю на тебя, давай. Давай, говори мне, зайка, пойдем. Да я не хочу с тобой. Вот с этой хочу. Давай тебя, ну, давай. Что ты молчишь? Ну скажи мне что-нибудь. У нее рыло открыто вон. А нет, уже нет. Нет, с тобой я не хочу. Нет, с тобой точно не хочу. Ты вообще отвратительная. Три раза, блин, идти. И три раза она тупит. Ну что, чудила? Ну давай с тобой сходим. Я хотел ту девку с хвостиками. А она что-то не хочет совсем. Хренак, на. Иди быстро. И все. А где шоколадная девица? Что-то нету ее, не видать. Давай. Иди, давай. Скорее давай. И не трать мое время. Не трать мое время зря, женщина. Как будто кто-то следит, да? Как будто кто-то следит. О, смотри, а ты типа вообще в полном наборе, да? Там и в труселях, и в лифе, там нормально, без изоленты на сиськах. Круто, да? Только у тебя тоже жопа квадратная, блин. Надо тебе тоже в качалку походить. Да. Ну-ка. А твоя мама знает? А? Ну что ты мне еще скажешь? Да, я уже говорил, что я очень требовательный. Да. Надо пореже в такие места ходить. Смотри, мы всех теток на улицу выгнали. Окей, мэн. Пипи, девица, хочешь, садись. А что она несла с собой? Садись, с нами поедешь. Не хочет она с нами ехать, ладно, хрен бы с ней. Поехали, отвезем этого чудилу на место, где мы взяли, как говорится, где взял, туда и положь. И поедем
на наше задание. Классно. Даже в столб не врезались. Вот это профессионализм. После стриптиза аж прям координация движений прям лучше становится. Все проясняется. Каким-то другим мы путем поехали. А нет, мы сейчас снова на ту бетонку выйдем. Потому что мне так нравится, чувак. Не спрашивай. Я ж не спрашиваю, почему ты ноешь. Be easy, son. Yo, money. Money, yo. Как мы кошерно развернулись-то, а? Прям опа, и все. Hit me up again soon, homie. That was fun. Ну да, было прикольно. А Ника до сих пор рулит сидит. Нифига, у тебя движок пыхтит. Так, нам надо с вами в кафеху зарулить. Зарулить в кафеху. Зайти в почту, подтвердить вот это вот приглашение. И до 12 ночи успеть сгонять туда на свиданку на эту. Иди нафиг. Подожди, я чуть не могу понять. Мы вот стоим возле... А, кафеха там, за углом. Кафеха тут. Sorry, чувак, не мешай. Бля, чувак со сковородой на башке. Бомж какой-то пристал. Вообще ужас какой-то. Идешь так по улице, честный человек, блин, какой-то бомж к тебе пристанет. Драться полезет. Дебил вайда кусок. Ну что, поехали. Подожди, а сегодня какой день? Воскресенье. А, то есть получается, что мы просрочили. Это чисто теоретически нет. Поехали, до ПМа доедем. Посмотрим, что он нам расскажет. Паки-мини-факи.
Как ни странно, для достаточно старой игры выглядит она очень красиво. Шо тебе, Брюси? Блин, ты достал, ну давай. Ёлки-палки, ладно, поедем к Брюси. Что там все ходим, визжат, орут? Интересно, а мы не просрем свидание, если мы уже не просрали? Во, наконец-то! И сейчас мы держим путь к Брюси. Покатаемся на его вертушке. Блин, не люблю я эти вертушки, это просто пипец. Нифига он ускорение дал. Куда ж ты лезешь, Скот? Что ж вы, блин, так перестраиваетесь-то непредсказуемо, уроды, а? Так, главное поворот не пролететь, он очень коварный такой, угловой, на 90 градусов прям, да еще и из-за забора. Практически прибыли. Давай, давай, давай. Ну что ты мне мешаешь, не тормози, чувак. Ну? Get in chopper, everyone! Get in! Ну это вертолет. Это ж разбитая машина. О, он опять дивах позвал. Полетели. О, у тебя какая-то вертушка крутая. Да, Брюси бой. That's how I want to go, all right? I read this amazing thing about it online the other day. What do you think, babe? No way! Why the fuck not? Viking shit is where it's at. Of course you guys will be dead long before me. I'm planning on hitting a buck 50. Serious. С веселыми шарами. Воу, вот это видок. Полетели. Man, you better remember this one. We're fucking winners, brother. I'm not a sad fat loser that don't go kiss anymore. No, I'm a winner who can pay any woman to have sex with him. Три ночи уже. Ха-ха.
Nicky. You work that thing like a fucking professional, all right? You're a winner just like me, bro. Только ты летать не умеешь, бро. О, и машину мне привезли сразу, ты гляди. You're getting carjacked. Чувак, извини, но мне твоя машина не нравится. Мне это нравится, машина. I'll rip out your privates. You're insured. Don't try anything you might regret. На тебе, короче, ногой в репу. А вы там деритесь, два ублюдка. А, ёлки. Дома у нас на этом берегу нету, да, теперь? Да, нету. Он у нас спаленный немного. Ладно, поехали до Паки доедем, посмотрим, что он нам расскажет. Блин, да эта тачка просто волшебство какое-то, а не машина. Она даже лучше предыдущей поворачивает. И быстрее, и мощнее. И... Да, Ромка, тебе-то что еще? Nico, it's Roman. That's my dog. Не, Роман. No darts for me, cousin. I have other missiles to launch. All right, Nico. Maybe we do something when you have some free time. Это да, Ромка, да, да. Дизлайки от тебя, как дизлайки, даже не воспринимаются. Отлично. Ну-ка, что ты мне расскажешь? All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? No. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Нормально не разговаривает. There he is, Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good. Cause I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking generate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. А, вот она хорошая, хорошая девица. Точно, точно. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Нормальная сестра у него, нормальная. We got business out at the docks in Algonquin. Тачка моя где? Пойди и купи, слышь, машина тебе нужна, упырь. Будет еще мне указывать. А сестру я твою, okay, наверное, возьму на заметку. What have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, baby. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term.
You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun and... All right, here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. Stick to me, man! Ну и чё, давай, веди. Веди, давай, веди. Походу, это что-то долгое и сложное. Да? Или нет? Сейчас узнаем. Блин, сейчас, короче, уделаемся по уши. Ага. А там по вентиляции и наверх. Don't they make these places easier to break into? В черном костюме, в чистом, для того, чтобы ехать устраиваться юристом. И типа на складе никто не слышит. Да? Ну и что ты? Нифига тут ор. This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. Окей. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Офигеть. Okay, поддельный. How do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Очень просто. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Теперь спуститесь на землю. Зашибись. Офигенное задание. You gotta jump down there to get at him, man. Что ты все не хочешь уже вылазить? Жаль, что не взрываются.
Отлично, они вообще какие-то дрищавые на самом деле. Пойдем обойдем с этой стороны. Нико прям супермен какой-то. Ну тушку свою высунь давай. Ну походу дело больше тушу свою не высунет. Что, ручонку свою давай. You should not have fucked with me. Come on, creep. This is it. Да что, даже аптечки здесь нет. Вот это да. О, есть аптечка, смотри. Паки ни разу не выстрелил. Вот ни разу не выстрелил этот мудила. All right, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. I've smacked a lot bigger assholes than you. Бляха, собеседование. They're taking this real serious, aren't they? They do not like to be robbed again. Not many people do. But that's a lesson I learned. Fucking Pacino said it'd be easy. Good thing I enjoy a good ruck. What the hell? Is it Chinese New Year already? There's a box of grenades in here. Pass some up, Pecky. I'll give them a taste of their own fireworks. Может, менты за ними гоняться начнут. Кретины. Опять они там врезались куда-то, да? Опять гонят за нами.
fucking put you down. You like the taste of blood? Их даже это не взорвало, да? Отлично, мы довезли. Ну шо, паки. Залупаки. Stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be on in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. А, это итальянцы. Вон оно чё. Понятно. Ну чё, ну сохранение, надеюсь, да? Блять, нет. А, да. Фрэнсис, сохранение. Шмоточный магазин, сохранение. Подожди, почему шмоточный магазин моргает? Почему ПМ моргает? Почему вообще, что происходит? В принципе, было сохранение. Я думаю, что на этом нам стоит сегодня закончить серию. Благодарю вас за внимание, друзья. Не забывайте подписываться на канал, бейте в колокола и вступайте в паблик ВКонтакте. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующих сериях прохождения игры GTA 4, других прохождениях, трансляциях, а также в паблике ВКонтакте. Не забывайте нажимать букву I в правом верхнем углу экрана. Всем удачи и до встречи!